Вылетали панчи, словно Чак Норрис зарядил ствол. Вышел на охоту, комментатор, короче, пора лечиться. И твой доктор здесь, Тантум Верде Форте. Я слышу, тугу завязал. Если бы не шнурки, конечно, было бы супер. ЗМ и Блэкстар прецедент. Всех, но никто не умер. И мы здесь не случайно. Время пришло, это сигнал о том, что пора меняться. Поколение выросло, слушая рэп. Я все время забываю, что нам не 20. Послушай, старик, я как вспомню. Хотя ладно, но было и было. В этой игре мы оставили след. Конгломерат — это сила. Молодежь хочет хайпа, это резон. На нашем канале другие мосты. Чернила под кожей символизируют десятилетия суеты. Мы все однажды проснемся и с разбегу войдем в новый век. И ты услышишь на русском радио в горячей ротации наш новый трек. А пока тазы на районах или майбахи в центре Москвы. В салонах делают громче салют, это Гуф и Тимати. Я знаю, что ты уже слушал и кидал другим этот трек. Открытый вопрос к хозяину Рао: когда он пришлет мне мой чек? Продюсер, ты можешь оправдываться, что мы крутим YouTube и скупаем iTunes. Продюсер ты или лузер? Очень быстро определит интернет. Меня давно не волнуют столичные тусы, где входы строго по спискам. Поколение Тимати — это народ. Увидимся в Олимпийском. Где я сейчас? И кто бы знал, с чего свой путь я начинал. Корабль мой шел между скал, но через шторм Всевышний мне путь верный указал. Все начинается с простых рифм в голове, и уже завтра каждый город знает о тебе. Эй-о! Все твое имя кричат. Эй-о! Те, кто не верил, молчат. Еще. Все начинается с простых идей на листе, и уже завтра ты увидишь поколение. Эй-о! Те, кто с тобой до конца. Эй-о! Те, кто не прячет лица. Цветов не бывает без дождя. Всегда наступает день после ночи. Через зеркало смотрит на меня тот, кто обещает во всем помочь. Если бежать, куда глаза глядят, можно быстро оказаться на обочине. Но какое-то время спустя надо подняться и разнести все в клочья. Это точно не я, тот тип, на кого вам стоит равняться. Это точно не я, могу быть примером для молодой нации. Я кому-то мешаю, родители мною пугают детей. Но вопреки всему я продолжаю оставаться в этой игре по сей день. Время летит, сука, и с каждым годом летит все быстрее. Мечтаю увидеть внуков и со спокойной душой постареть. Мир полон слухов и нехваткой внимания я не болею. Это не совместно с лучшим другом, это два разных слоя одного поколения. Я не из Блэкстара и вообще записываюсь только с близкими. Я из подворотины арок и не выступал никогда в Олимпийском. Я далеко не подарок и не совсем понимаю, что я тут забыл. Но что-то мне подсказало, что могут прокачаться обе толпы. Видимо, так и должно быть, мы набираем жизненный опыт. Тиман у Володи только что был, меня до сих пор слушают копы. Но мы оба отцы, плюс мы оба давно повзрослели. И на таких, как мы, смотрит внимательно наше поколение. Можете думать что угодно, но я уверен, что время покажет. И пускай не сегодня, но однажды вы станете старше. Дела у меня супер, вы лучше смотрите сюда. Там около клуба стоит моя Лада Седан. Где я сейчас, и кто бы знал, с чего свой путь я начинал. Корабль мой шел между скал, но через шторм Всевышний мне путь верный указал. Все начинается с простых рифм в голове, и уже завтра каждый город знает о тебе. Эй-о! Все твое имя кричат. Эй-о! Те, кто не верил, молчат. Еще. Все начинается с простых идей на листе, и уже завтра ты увидишь поколение. Эй-о! Те, кто с тобой до конца. Эй-о! Те, кто не прячет лица. Весь молодой русский рэп из штанов выпрыгивает, чтобы казаться моднее. Да, старик, в наше время новички вели себя поскромнее. Мы хотя бы следили за базаром и не одевались как геи. Но то, что мы не хотим меняться, совсем не значит, что мы стареем, а? Все начинается с простых рифм, и уже завтра каждый город знает о тебе. Эй-о! Все твое имя кричат. Эй-о! Те, кто не верил, молчат. Еще. Все начинается с простых идей на листе, и уже завтра ты увидишь поколение.